Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Крошка-крошка, форум, Санек, Дэн, Итачи, Гусанек, хулиган, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная карта, это высокий лабиринт с разными дорожками. Если пять, кушайте, приятного аппетита, а мы будем убегать от аниматроников из фильма «Пять ночей с Фредди». Идем. Да, он вот туда, наверх. Пацаны, только аккуратно, давайте друг друга не толкать. Да, давайте по-нормальному. Сейчас метку поставлю, где он. Да-да-да. Вон он на респавне. Ну что, пацаны, мы на самом верху, мы смогли подняться. Молодцы. Давай танцевать. Балди танцует сегодня для вас. Концерт. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайкосики и залетайте в наш дискорд, ссылочка в описании. Гусенек, а что я тебя не вижу? Я поднимаюсь к вам, я просто думал, что сейчас двоих там мочканут. Конечно. Они побежали, конечно, к вам. Ты можешь просто рассчитывать на то, что они будут падать просто с этих дорожек, Дима, и таким образом будут умирать. Привет, Дим. Привет. Вы пришли? Нет, мы снизу прыгаем. Снизу. Ой, рядом Максим. Привет. Вижу, давай. Максим, я в тебя верю. Беги. Он бежит со всей силы. Беги, Максим, беги. Беги. Я пошутил, он был далеко. Но сейчас пройдет время, я думаю, минуты 2-3, и начнут уже люди умирать. Да не, мне кажется... Да. Что он сделал? Я думал, я допрыгну. Ты молодец. А у него что, прыжок есть? Это был парень. Это парень был у всех, которые просто любят жить. Не, у меня прыжка нет, то я же это просто... У меня есть хорошая идея, как подставлять вас. Как? Стопить. Максим, ну это же нечестно. Ну это честно. Ну, за стопом не тратит. Я из-за стопа упал. Пацаны, вы понимаете, он уже приближается. Вы готовы все отступать? Держи! Чего такие секунды? Я с пукалки. Ну давай, Гусенек, мы в тебя верим, ты сможешь. Он улетел вниз. Господи. Ну, Гусенек, ну ты же нормальный аниматроник. Максим не упал чуть-чуть. Ну, ой. Он прям сильно упал вниз или нет? Да. Иду. Ну, почти тут рядом. А, я вижу, вот он. Димяс. Привет. Димяс? Лучше рядом не стоять, а то он захватить сможет. Давай, Гусанёк. Это что, вот и делать? Гусанёк, ну, пожалуйста. Ну, играй как хорошо. Ну, это ж вы со своими панихопами только и можете. Я могу делать гравитацию такую, что прыгать нельзя. Я могу без панихопа. Сложно тебе? Говори. Сложно. Все, пацаны, вы готовы умирать сильно? Да, я не боюсь. Ты что сделал? А все, гравитация 1000. 10 000. А как какать? Ой, как. Не, 10 000 не, Гусанек, ты чего? Мы и так разобьемся. Сейчас даже уже высота получается в 2 раза надо меньше нам высоты, чтобы умереть. Слушай, а мы так даже быстрее прыгаем. Да? Потому что быстрее приземляемся и можно быстрее прыгать. Я чуть не проиграл из вас, пацаны, понимаете? Найс. А чё вы там стоите? Идите Диме помогайте. Хорошо. Зачем? Я иду Диме. А они очкошники, понимаешь? Я просто споткнулся. Дима, я бегу! Ой. Окей, идем победим. Дима, нет! Убегай. А он не сможет поймать, я уже этого аниматроника выучил. Ну что, пацаны, давайте троллим его. Ну что, Гусанёчек, давай, мы тебе даем шансы выиграть нас. Максим, ты понимаешь, Максим, ты по мне попал. Ты нормальный вообще? Обстоятельства. Ай! Он догнал? Дима, у меня мало хп, не трогай. Я тебя вообще не трогаю. У меня 60 хп, в смысле не трогаешь? Кто тебя тронул? А ты по мне тоже попал. Это обстоятельства. У меня тоже, я стрелял по аниматронику. Я тоже? Максим, нет. Да ну вы чертивые две. Отстань от нас, Саня. Мы с Панч Бобом, Сквидвард, ты чего хотел? Где бат? Дима! Не стреляйте, Дима! Я не стреляю больше. Да 40 хп, в смысле? У меня в руках даже не было пистолета, иди посмотри. У меня было 90, 40 осталось. Да, я подтверждаю, осталось. У Димаса не было пистолета. Смотри, вот у меня сколько, вот. Колонии. А! Ты дурак, что ли? Кто я? Да, пацаны, мы в одной команде. Вы чё, если вы меня убьете, я взорву ядерную бомбу и проиграют все. Димас, у меня 2 хп вообще. Короче, Гусанёк, я увеличиваю еще гравитацию.
Ну, Санечек, я в тебя верю, ты сможешь. Гравитация тебе должна помочь. Надо остановить Диму. Да, именно Диму. Надо его застопить. А! И все легко. Все уходим. Легко, если бы не мы. Ну, Санек, я поддался. Да. Yes. А теперь я буду мощным аниматроником. Так я тоже Фокси возьму. Ты еще одного убил? Он упал просто со скоростью света. Гусанёчек, ты молодец, давай делай это. Нет, не надо, Саня. Фурмиха. Мишка, иди сюда. А ты на левую кнопку мыши нажимал, чтоб убить? Да. Блин, а как к краю подходить? Терупайте уже. Я тут Дэна нашел, мы танцуем вниз. О, аниматроник с такой же скоростью вниз. Нечестно. Чё, Фурм, не ожидал? Не ожидал? Ого, тут кто-то влип в пол. Тут Дима. Это было жестко, кстати. Он прям растворился. Блин! О, Максим. Максим, я иду по твою душу. Ё-моё, я не заметил то, что он за мной, отстань. Максим. Убивай его, пожалуйста. Отстань. Ну не надо, ну не стукай. Да упал я уже, все, я упал. Можешь не переживать. Аниматроник тоже умирает, да, с такой высоты? Нет. Нет, на него гравитация не действует. Это нечестно. Подожди, ты меня не обманул? Ты меня не обманул, ты реально не упал. Да я упал. Ты реально упал. О, еще один. Так, я вижу Максима. Бежим за скелетом. В смысле ты, Максим? Ой, я кто-то упал. Я тебя вижу, я сейчас спрыгну тебе на голову, смотри. Давай. Ты готов умереть? Да. А я включил мегаскорость. Ну давай. Ты думаешь, я не убью тебя? Меня Санек еле догнал. Блин, я промахнулся! Ну блин, ну, Максим, тебе повезло. Тебе реально повезло. Ё-моё, я еще. Да из-за тебя все. Так надо маленькую скорость включать. Есть еще один. Максим. Ой, Гусанёк, ты молодец. Дурахитный, оказывается, аниматроник был. Все, я знаю, как. А за кого ты играешь сейчас? Фокси. Да, он классный. R нажимаешь и тупо топишь за него. Форум не надо. Окей. А кто остался в живых? Там кто-то наверху, там Балди бегает, иди убей его. Там, короче, в живых точно я знаю, это Итачи и Санек. Так, а где Максим? Нет. Где-то ж тут Максим был. Я живой, Санек вроде умер. Я упал, слышал. Вот, Санек упал, получается. Ты разбился. А вот Балди. И Балди. Максимка. Так, кто же победитель останется, а? Максим, как ты думаешь, кто останется? Я хочу. Ну, ты не сможешь, ты понимаешь? Фром, как так ты упал? Так вот, я умный, я его... Все, Максим. Вижу Максима, вижу его. Ребята, зажимайте с двух сторон. Так. Как надо мне туда попасть? А где, кто последний был остался? Вот он бежит, Максим, вот он бежит. Вот он. Я включаю мегаскорость. Так, догоняю его. Вы чё? Догоняю его, я тебя должен убить. Иди сюда, щенок вонючий. Прыжка нету, да? Блин, это круто. Ты живой? Нет, он умер. Мы выиграли красиво. Так, пацаны, кто остался живой? Все, все. Максим, ты был последний? Я был последним. Да, я убил Итачи, так что... Теперь ты аниматроник. Хочешь начинать? Давай. Раунд номер 2. Максим начинает. Давай, 5 секунд, можешь начинать. 1, 2, 3, все, я бегу. Да, давай. Ого, как ты быстро. Гравитация просто отсутствует. А что такой рахитный аниматроник? А надо R нажимаешь, он быстро бежит. R нажми. Потом нажимаешь R, он медленно бегает. А кого ты взял, Фокси? Да. Фокси самый классный. Поднимайтесь ко мне все, мне тут Максим, грустно. Я буду тут смотреть за аниматроника. Я сидел, поэтому ты выиграл. Минус, всего первый сдох. Отлично, и так же слился. Так, уже 2 аниматроника. Ребята, вы что, гоните? Ну не умираете так быстро. Ты поскользнулся и упал. Что вы умираете? Сейчас спущусь вниз. Прыгай вниз. Он передо мной шел. И раздеваются все. Ладно, я со второго этажа нашел. Малейшая ошибка, и ты труп. А зачем вы меня убиваете? Я даже не возродился. Блин. Ой, аниматроник здесь. Ну ничего, ребята. Как так же сесть? Я увернусь. Альт Е просто вниз и все.
не так, не так. Я очень хорошо играю. Нет. Сейчас, я поднимусь. Пацаны, а вы где все? На крыльях, наверху самом. Я к вам бегу, я приближаюсь. Так, отлично, там аниматроник как раз внизу. Я успеваю. Тихо. А, аниматроник. Ой. Это Максимка? Это я сверху. Ё-моё. Не надо. Максим, давай, мочи уже всех, покажи вещи. Дима, убегай. Я пропустил, я понял. Спасибо, Максим, что ты такой добрый. Это специально было. Вот как надо отрываться, вот так по таким дорожкам. Голден Фредди, ты меня пощадил или ты меня... А, вот он опять бежит. Ну давай побегай вверх-вниз, мне нравится, давай. Я тебя запомнил, Дима. Я дурю всех. Отойди, пожалуйста, отойди, морда. Спанчбобная. Спанчбобная, ой, он бежит. Нет, он за мной. Давай, ты отлично. Блин, классно, что он не перегородил мне путь. Было бы круто. Какой же умный Фокси то. Класс. Отрываемся по красоте, ребят. Смотрите, все. Я в замедленной съемке. Я ровно за тобой. Дима, за тобой аниматроник. Я знаю. Привет. Вот я. Тихо. Выключите свой. Я оторвался? Нет! Я соскользнул. Я знал, что я смогу убежать. О, привет, Гусанёк. А что у тебя там скин странный очень? Это Сигма. Я Сигма. Мы живем, пацаны, мы лучше. Я классно играть, когда ты профессионально умеешь убегать. Ну да. Я кого-то убил. О, отлично, молодчик. Дэна. Бегары бежут к нам. Бегары, я вижу. Бегары. Пацаны, мы сможем. Ну мы же лучше, понимаешь? Опа, 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 опа. Стой, опа, кабака! Я слышу, как ты упал просто. Блин, классная серия, мне нравится. Точно заслуживает лайкосика, потому что, ребята, мы 100% поднимаем людям настроение, кто смотрит наши ролики. Я опять упал. Как же они стараются нас убить. Я прям... Это был лучший трюк за тысячелетия. Дима, стыра хит. Я лучше играю, чем некоторые. По крайней мере, не последнее место Дима. Займу. Дима, смотри, давай... А, ладно, потом покажу, потом. Ты мешаешь, понимаешь? Ты отвлекаешь меня от очень серьезного действия. Они могут замочить меня в любой момент. Я просто с 1 сантиметра упал и умер. Где вы? Я убежал. Куда ты убежал? Дима, осторожно. Там я очень бежит. Осторожно играю. Отлично выживаем. Просто бомба. Мне нравится это выживание. Дима, великолепно. Нет, он бегает. Дима, я бегаю поверь. Здесь. Они хотят меня убить очень сильно. А почему? А ладно, спасибо. Дима. Санёк! А это ты, Максим, был? Давай, мочи его, пожалуйста, убей. Ну! Я упал. Я видел, опять упал. Да что ж вы падаете, мужики? А попробуй сам за ним. Я играл. О, привет, Санёк, мы с тобой тащим. Кто умер, кто? Я упал. Найс. Ой, Дим, там Фокси почти по тебе попал. Ну, практически, чуть-чуть же не считается, правильно? Да, правильно. Дима, стой. Я убегу от тебя. Стой, Дима. Я убегу. Да, блин. Садитом стал падать. Нет. А, блин, нет, блин, как же я испугался. А, я буду мстить тогда всем, кто остался в живых. А, так ты Криса. Так, пацаны, перекличка. Кто еще живой? Я. Форум. А, вдвоем? Да. Да, наверное, не знаю. Сейчас решится, кто победитель будет этого ролика. Это все. Пацаны, я его преследую как последний раз. Он должен умереть. Я его не оставлю в живых. А где он? Вот он, внизу. Я догоняю его. Я все ближе и ближе. Каждый раз я его догоняю.
Вижу, пацаны наверх бежит. Где он? На самом? Ё-моё! Блин, Максим, я заразился твоей болезнью падать. Это проклятие, которое передается с поколения. Так, давай не будем чекать вот эти вот спуски, потому что вдруг он будет сюда бежать, кто-то будет там. На верхний этаж лесенки смотреть. Вот, я его вижу, я его вижу. Да ну нафиг, я не хочу за ним бегать. Видите, видите, дальше давайте. Гусюнёк, ну ты некрасиво поступаешь. Я красиво знаю, у вас Гаррисмод лучше. Он заныкался за столбом, вот он сидит, я его вижу. Да блин. Вот он побежал, я его чекаю. Он не скроется, пацаны. Так, вот он бежит по бортику с правой стороны. Ну как справа, это от меня, если смотреть. Так, бежит, 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 наблюдаю. Так. Какие же вы рахиты. Вот он поднимается наверх, я бегу к нему навстречу. Принимаю. Бегу, 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 бегу. Жопа ты морская, обманул меня. Ага. Есть! Да. Я это сделал! Ура, Гусюнёк! Я за тобой следил тысячелетиями, чтоб свершилось просто... чудо и возмездие. Там просто меня этот уже под караулили. Меня там просто караули. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Полетел. Пока!